Очень плохо. Держись! Эй! Они догоняют! Да я знаю, знаю! Так жми! Прости, Сэм, но быстрее я уже не могу. Господи, охренеть! Ходи к острову! Сэм, как двигатель?
Натан. Натан. Ну что нам с тобой делать? Наверняка сам устал от нотации, я устала их читать. Вот теперь просидишь тут выходные со мной, все поехали развлекаться. Мне плевать. Да, в этом-то вся и беда. Не понимаю, почему только я наказан? Потому что драку начал ты. Он отнял мою книжку. Просила же не носить ее с собой. Так что сам виноват. Он не имел права ее отнимать. А ты имел право сразу махать кулаками? Дело не только в книжке. А в чем еще? Ни в чем. На исповеди скажу. Что бы я ни делала, ты упорно хочешь пойти по стопам своего бедного непутевого брата. Смотреть больно. Сэм! Полезли наверх. Не, скользко. Не пройти. Черт, не сюда. Ой-ой. А это не наша задача, помогать таким мальчикам? Что, обделяя вниманием десяток других под моей опекой? А что вы хотите от меня? Вы сами знаете. Нет, я пока не готов сдаться. Этого не избежать. Вот что, я поговорю с ним утром. Хорошо? Доброй ночи, отец. Доброй ночи, сестра.
Ого, мое досье. Чтоб тебя. Сестра Кэтрин! Черт! Сестра Кэтрин, я опять забыл ключ. Не могли бы вы открыть ворота? Иду, отец. Давай! Почти на месте. Никогда нельзя расслабляться. Ладно. Рад тебя видеть, братишка. Что это? Да ладно, опять? Ерунда. Ты обещал не лезть на рожон.
Он говорил про нас гадости. И? Сказал, что папа нас бросил, потому что мы тупые, а мама в аду, потому что... Нейт, ну брось ты, тебя дразнят, потому что ты ведешься. Ясно? Ты обращай все в шутку. Ты бы врезал. Ты меня слушай, не повторяй за мной. Вот. А то простынешь. Ну? Так зачем ты сюда залез-то? Если монашки увидят, вызовут копов. У меня для тебя сюрприз. Рождества, что ли, ждать? Какой? Он снаружи. А говорил, не лезь на рожон. Сделаем исключение. Ну-ну. Так, вот это прыжок. Давай. Ничего себе, ты легкий. Тебя что, там не кормят? Как-то тут пусто. Где вообще все? На экскурсии. О, это я помню. Как поживает отец Даффи? Он там один нормальный. Навестил бы его. Да ну, еще начнет давить на совесть. Сюда. Легкотня. Черт. Захлопнулась. Я вроде... Я камушком придавил. Ну и пускай, мы с тобой поверху пойдем. Поверху? Сейчас увидишь. Ну, смотри. Воу. Теперь идем поверху. А ты умеешь? Ну, раз или два. Ну, давай. Теперь ты. Чем занимаешься? Так, работаю. А как девушка? Какая? А, Кристал. Ну, мы то вместе, то не вместе. Вот сейчас не вместе. Ну что, кто не рискует, тот не бьет! Поменьше думай! Ты сможешь! Держу! Видал? Расплюнуть. Да. Ерунда. Вставай. Ну, клёво же. Ага, ещё как. Сюда. Я сейчас. Упс.
Это ведь не грех? По-моему, грех. Готов, Тарзан? Ага. Ну, вперед. Забирайся на колокольню. Не запрыгну. Ну так обойди. Красивый вид, а? Да. Неплохо. Уже залезал на крышу? Вот конкретно на эту? Нет. Но ты знаешь, как забраться, да? В общих чертах. Жди тут. Смотри и учись. Ладно, Нейт, давай, ты сможешь. Ну, прыгай! Не думай, просто прыгай! Держу! Давай! Ну-ка! Получилось? Ага, ну, конечно. Иди за мной. А знаешь что? Давай-ка теперь ты. Серьезно? Да, серьезно. А я за тобой. Молодец, Нейтан! Ну что, попробуем? Воу! Так. Ладно. После тебя. Теперь вниз. Вот и все. Мы удрали. Ага. Посмотри, а? 250 кубов? Да ты что, смеешься? А 500 кубов не хочешь? Двухцилиндровый! Да ладно. Угу. Где спер? Эй, обижаешь. Видишь ли, братец, чтоб ты знал, я изменился. Купил на свои кровные. Давай, садись. Что? А, решил устроить мне праздник.
Что, совесть нечиста? Знаешь, ты у меня чересчур умный. Ладно. У меня работа. Хорошая. Но есть один нюанс. Надо уехать ненадолго. Это на сколько? Ну, на год. Не больше, я быстро вернусь, соскучиться не успеешь. Бросаешь меня. Да ладно, не надо драмы. Тебе что, мало меня в приюте бросить? Как ты можешь так поступать? Да я для тебя стараюсь. Зарабатываю для нас обоих. Через пару лет что? Ты выйдешь. Через пару лет? Я хочу с тобой. Я едва концы с концами свожу. Заработаем. Понимаю, приют тебя бесит. Ты не понимаешь. Но пока тебе там будет лучше. Понимаешь? Просто поверь мне. Нечестно. Эй, жизнь вообще штука нечестная. Но мы справляемся. Так? Так. Но байк не единственный мой сюрприз. Видать, второй придется испортить. Что? Я нашел мамины вещи. То, что продал отец, я нашел покупателя. Если ты врешь, чтобы я не злился... Нет, клянусь. Где? На том конце города. Как тебе идея их забрать? То есть украсть? Брось, какая же это кража, если вещи наши? Боюсь, копы могут не согласиться. А мы не будем попадаться. Ну, готов? О, да. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Меня так просто не возьмешь, приятель. Acabemos con esto. Давай. Dale en la cara. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? Este tipo te gane, Gustavo. ¿Te gusta esto? ¿Eh? ¡Pégalo! ¡Vuelve ahí! Pues sí, papá. Tú lo empezaste. ¡Golpéalo! A ver cómo te sales de esto. ¿Qué tal esto? ¡Gánalmelo! Sí, chaspón, muchachos. ¡Míralo! ¡Lucha como un hombre! No. Tiene presencia. ¡Estás muerto! Sí, pero, papá. ¡Dale! ¡Dame! Esto es por meterte con nosotros. ¡Sí, Gustavo! Ahora sí. ¡Derríbalo! Te vas a arrepentir. ¡Vuelve ahí! ¡Derrota ese gringo, amigo! ¡Dame, amigo! ¡Te voy a matar, come mierda! Te voy a cerrar la bocota, gringo. ¡Ya basta! ¡Acaba con él! ¡Lo tienes! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltame! Dame y ni traes. ¿Правда, дружок? Te voy a matar, gringo, come mierda. Ты звони, когда подрастешь, помутузимся. Te voy a sacar a tirar por el culo. В одиночку. Увести. Ты его ставишь прямо aquí, ¿eh? Открой. Да ладно. И сколько мне здесь теперь торчать? А? Туалет-то где? Перед тобой. Удачи. Ага. Gracias. Давай. Ах, черт.
Чёрт, а мне ведь такой сон снялся. А, эй, эй, эй! Ладно, полегче. А! Ладно, успокойся. Эй, а можно мне хоть душ принять? Заткнись. Есть собрала ла резерва, ки энконтарон эн ла селда де Молина. Утречка? Или уже вечер? Тут ведь трудно понять. Эй, придурок! Давай наверх! Esos dos tienen toda la suerte. Dejaron a Molina tranquilo una semana. ¿Una semana? Вывожу заключенного. Открыть ворота. Qué generoso. Рад тебя видеть. Ярко и влажно. Приветствую в Панаме. Эй, гринго! Ви ло ке хисте а Густаво! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Эй, Варгас! Cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Назад, назад! Прочь оттуда, выродки! Эй, эй, танкелисапе. Да у тебя есть фанаты. А, восторженная публика. Пошел. Открыть ворота. А куда lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Я немного знаю испанский. Стоп, что ты сказал? Скоро все узнаешь. Te lo advertí, pero no escuchaste. ¿Qué está mirando? Нет, amigo, ничего. Назад. Этот поручен мне. Bien. А куда меня ведут? Увидишь. Нет, нет, не сюда. Ладно. После вас. Да, ничего подозрительного. Это же не кабинет надзирать, да? Влево. Да, я понял. Сюда. Сюда? Пришли. Хорошо. Ты наручники снимешь? Хочу в долю. Что? На все, что ты там найдешь. Хочу в долю. Ну, знаешь, твоя задача была дать нам зайти и выйти, и все. И все? Да я ради вас своей шкуры рискую. Да, и Рейв тебе за это очень хорошо платит. Да. Хорошо, но мало. Тебе говорили не открывать. Да, мне также говорили не брать взятки, не водить сюда никого и не бить заключенных. И тем не менее. Давай поосторожнее, этой бумажке 300 лет. Я служил в команде капитана Генри Эвери. Знаешь, кто это? Это пират. Пират, который взял самую большую добычу в истории и унес с ней ноги. Я почитал. Молодец. Больше 400 миллионов долларов в золоте и камнях. И все с одного корабля. С Ганки Савая. Да. Да, я в курсе истории. Давай, к делу. Так, так. Я сижу на самом верху испанской тюрьмы. А, вот.
Уповаю, что однажды кто-нибудь придет в это адово место, примет мой крест и отыщет райские богатства. Ну, что ты хочешь? Райские богатства? Боже, это метафора. Не-не-не-не-не-не. Вы с дружками купили себе пропуск в это адово место не ради одной метафоры. Хочу в долю. Ладно, сделаем так. Я обыщу камеру. Если 300 лет спустя там еще осталось что-то ценное, обсудишь вопрос с Рейфом. Давай уже. Письмо. Por favor. Как ты туда заберешься? Ручками. А может, вообще ты полезешь? Ты же хочешь в долю. Шею не сверни. Ага. Постараюсь. Принес, что я просил? Да. Спрятал прямо здесь, под столом. У ящиков. Ага, спасибо. Принес, что я просил? Да. Спрятал прямо здесь, под столом. У ящиков. Ага, спасибо. Бинго. Вот мы и в деле. Это должно сработать. Погнали! Oh!
Тут можно съехать. Зацепиться за шест. Возможно. Видел бы это, Сэм. Вперед и наверх. Нужна камера на самой вершине. Бернс насладился видом перед казнью. Черт! Трудно поверить, что вот здесь пираты сидели и ждали виселицы. Ладно, куда мне? Я думал, сейчас в тюрьмах плохо.
Поразительно, что тюрьма еще цела. Испанцы строили такие вещи на совесть. Фу. Скольких пиратов тут сгноили? Не буду врать. Это круто. Сэм такое пропускает. Камера Бернса. Да это прямо номер люкс. Ладно, с чего начать? И какой же смысл в этих закорючках? Солнце и луна. В алхимии это золото и серебро. Стоп. Что-то подобное было в письме. Похоже на часть символа. Вот и вторая часть. Ну-ка. Вот так лучше. Так, тут знаки зодиака. Это стрелец, а это скорпион. Нет, не тот. И не этот. Ничего, стоит свериться с письмом. Нет. И римская цифра 2. Нет. Ну, и где тут у нас стрелец? Стрелец. И римская десятка.
Римская цифра 10. Ничего. Как там в письме? Знак Скорпиона и римская цифра 2. И римская цифра 2. Нет. Я что-то упустил в письме? Десять и два. Крест и две черты. Ух ты, что у нас тут? Digna factis recipimus. Больше ничего. Ладно. Пора назад. Смотреть под ноги. И вниз. Что теперь? Ah.
еще раз. Еще раз. А вот Рейв так не мог. Бедное мое плечо. Вон Варгас. Хочу в долю. Я с вами. Долю захотел. Другое дело. Добрался. Как успехи? Дрейк? Ну что? Там было пусто. Если где и спрятана подсказка, я ее не нашел. Уверен. Ты хорошо поискал? Наверное, я упустил что-то в письме. Вдруг имелась в виду другая башня, которой нет давно. Ну да. А может, чертежи какие остались? Схемы построек? Может быть. Есть какой-то архив. Ага, хорошо. Тогда поищи там. Вдруг чего накопаешь. А я поговорю с Сэмом, он эксперт по Эвери. Может быть, он во всем этом разберется. Ладно, я залезу в архив. Да. Повернись. Ага. Так. Когда с ним поговоришь, свяжись со мной. Хорошо. Вали. Ринга, если еще раз полезешь в драку, загремишь в карцер. Надо же, какая экспрессия. Ну, я актер получше. Ты поэду дезира, кварта де принципианте, верда? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, Господи, ну у тебя и видок. Ты живой? Ну, издержки производства. Пошли. Эй, стоп, стоп. Давай-ка, не нагнетай саспенс. Ты был прав. Мы были правы.
Сейчас найдем Рейфа и... Рейфа. Ну, только не начинай. Слушай, сам сказал, что это мы нашли. Ты и я. А богатенький ублюдок просто упал на хвост. Сколько мы пытались сюда влезть? У нас были зацепки. Да не было. Вот по нулям. Будем честны, без Рейфа и Варгаса мы б сюда не попали. Да, кстати, о Варгасе. Есть проблема. Какая проблема? Он пустил тебя в башню? Да, да, пустил. Но сперва письмо прочел. И что он теперь хочет? Ну, конечно, в долю. Черт. Рейф, если кто-то еще об этом узнает... С Варгасом я вопрос решу, не парьтесь. Сейчас давайте обсудим более важные вещи. Ладно, пойдем только куда-нибудь, где потише. Ага. Все, тут никого. Так, ну и что ты нашел? О, охренеть. Эй. Можно? Аккуратней только. Дерево инкрустировано серебром. Неплохо сделано. Он пустой. Зачем так старательно прятать выдолбленное деревянное распятие? Это не распятие. Формально распятием называют крест Христа. Это не Христос. Да, ни тернового венца, ни гвоздей, но если не Христос, то... Ну ты прочитай. Digna factis recipimus. Мы получаем... Нам воздается по делам нашим. Ага. А ты крут. Ну, знаешь, детство в католическом приюте. Святой Дисмос. Да, благоразумный разбойник. Но какая связь? Так, а теперь для тех, кто прогуливал воскресную школу. На Голгофе Христа распяли между двух разбойников. Один разбойник потешался над ним, а второй, вот этот, раскаялся. Он смиренно принял наказание за грехи. И Христос забрал его в рай. Благоразумный разбойник. Что? Ты понял? Существует собор Святого Дисмоса в Шотландии. А в Шотландии теряется след Эвери. И это не случайно. Нет. Честно, я в вас сомневался, но... Пошли найдем Варгаса. Пора уже на свободу. Да, угадаю, это с ним ты поссорился? Не знал, что у него столько друзей. Мира, я на сгонасте, ясно? Мы тарды пора hablar. Кино салец! Эй, знаешь что? Ты не метас! Ладно. ¡Rómpale la pierna!
Hora de irse, gringo. Спасибо. ¡Estás muerto! ¡Эй, отстань! Так, espera. Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alíñense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Что, контрабанда? Варгас. Заткнись! Кем себя возомнил? Евлосу Селда! Метролос Грингас и Миофисина. Ты. Деханос. Деханос. Ты не торопился. Нас чуть не убили. Еще могут. Варгас, ты что? О, я ничего не нашел. Может, не та башня? Ну? Меня воспитывали монашки. Крест всегда со мной. Смешно. Эй-эй-эй, он же ничего не стоит. Я вам что, идиот? Ты хочешь изменить условия? Ладно, только давай без этой пурги. Убери нахрен пушку. Спасибо. Мы дадим тебе 10%. Немало. Мы делаем всю работу. 20. Без нас ничего не найдешь. 25. Четверть. 25. Что скажете, парни? Ну что, согласен? Ну да. 400 миллионов делится на 4. Значит, договорились? Да, договорились. Хорошо. Но если вы еще хоть раз... Господи! Вот и все. Ты что, совсем рехнулся? Хочешь проверить? Собрать! Что делать будем? Дальше все по плану. Это часть плана! За мной! Бегом! Бегом! Твою же! Рейв, куда бежим-то? К маяку. Варгас сказал, лодка будет под ним. Да! Не знаю. Пойдем наружу, сообразим. Купи. Окно! Нейт, помоги! Сначала уйдем от охраны. Осторожно! Да, налево! Отсюда!
Да, после вас. Думаешь, он свалит без нас? Нет, если успеешь. Давай, я за тобой. Ты клюнешь в бойру? Они повсюду. Ничего, идем дальше. Ладно, вроде можно. Лабиринт. Да, они не хотят, чтобы мы сбежали. Предлагаю принцип. Охрана! Холла! Эй, Рэй! Опусти на близко. Крипи моя. Так я сказал. Опла. Нас не видит сюда. Давай. Давай, дамочки. Сваливать. Нет, он еще там. Его больше нет. Быстро, лодка прямо под стеной. Нет, не могу. Не могу его бросить. Нейт, твой брат погиб. Выбирай, ты со мной или с ним. Нет, но... он же... Как хочешь. Я иду!
Готово. Спустился на дно. Так, судя по сигналу, ты на месте. Груз не видно? Нет. Пока нет. А вы ничего не засекли? Ничего. Ладно, поплыву по течению. Понял. Будь на связи. Хорошо. Эй, по моим часам у тебя четверть баллона. Всплывешь? Не, все в норме. Я уже рядом. Еще немного и давай всплывай. Погоди ты. Ладно. Что-то нашел. Что там? Цвет совпадает, ржавчины еще нет. Похоже, когда камни ударилось. Что ты там бормочешь? Прости. Похоже на кусок нашей фуры. Наверняка она рядом. Не испытывай мое терпение, Дрейк. А, вот ты где. Нашел. Хорошо. Как выглядит? Побито, но целое. Поехали. Есть. Доброе утро. Так, я внутри. Вроде. Большая часть привязана. Так, значит, 1, 2, 3, 4, 5. Похоже, не хватает двух ящиков. Пойду их искать. Стоп, стоп. Может, поднимешься за новым баллоном? Наверняка рядом. Справлюсь. Ха! Один есть. А, черт! Ящик придавило фурой. Короче, сначала закрепи второй ящик, потом мы поднимем фуру. Видишь, вот за это тебе и платят. Ха, ну да. Нет, ящик не могло унести далеко. А, нашел второй ящик. Один есть, один ищем. Закрепи его в фуре, мы почти на месте. Ладно, жду вас. Тяжелый, сволочь. Учти, я не хочу искать еще и тебя. Хватит фуры. Один ящик закреплен. Отлично. Мы над тобой. Сейчас будем цеплять. Спускаем. Все, на месте. Цепляй фуру, мы ее приподнимем. Так, я взял трос. Сейчас прицеплю его к оси. Должно сработать.
Вот так, один есть. Так, ты за воздухом-то следи. Расслабься. Фура подцеплена. Можно тащить. Ладно. Отойди, мы ее поднимем. Все, давайте. И поднимаем. Так, хватит? Да, вполне. На меня не уроните. Ха-ха, постараемся. Так, нашел второй ящик. Положу к остальным. Груз в целости и сохранности. И воздуха еще. На 5 минут. Надо же. Ну, может, ты еще полазишь, поищешь там другие сокровища. Не, хватит. Тебя прокатить? Да, пожалуйста. Будешь готов, дай знать. Я на месте, вытаскивайте меня. Не вопрос. Поднимаем. Ну, красота. Ты как, Нейт? Я рад, что были слизеряки. Неделю буду рыбой гонять. Ладно, держись. Сейчас тебя примем. Держусь. Как дела, парни? Что вернулся, Дрейк? Да, сам не нарадуюсь. Бросай снарягу. Держи. Спасибо. О, баллон-то пустой, что ли? Я облегчаю тебе работу, а?
секунду! Джейк, скажу прямо, работать ты умеешь очень шустро. Стоп, это комплимент? Я потрясен. Не, наповал поражает твой запах. Не знаю, мне даже нравится. Мамку твою напоминает. Это жестоко. Я передам, что ты так сказал. Эй, сколько вы здесь пробудете? Мы только подняли эту штуку. Дайте нам еще час. Сворачивайтесь побыстрее. Другие корабли ждут. Не волнуйтесь. Потом закончу. Мой герой. Пошли, глянем, что ты принес. Давай в следующий раз кто-нибудь другой поработает. А ты отдохнешь. Нет уж, спасибо. Лучше нырять, чем торчать в конторе. Ну, все равно. Понырять теперь еще не скоро придется. Погоди, а контракт на четверг? Да ладно. Цену перебили. Ты издеваешься? Ну да, конкуренция. А ну-ка, давай. Окажешь честь? Да, давай. Спасибо. О, ты смотри. Медный клад. Ну ты не поверишь, сколько эта хрень стоит. Потому-то клиенты платят такие деньжищи. А может, лучше на монетки переплавим? Ладно, пошли отметим. Первая кружка за мной. Что, с вами по барам? Не-не-не, без страховки не пойду. Я лучше сейчас сяду, оформлю все бумажки и потом домой спать. В другой раз. Ладно, как хочешь. Эй, ты молодец. Спасибо. Медный провод. Подожди, Нейт. Нейт, постой. Эй, какими судьбами? Для тебя презент. Презент? Что это? Весточка из малазийского источника про затонувший корабль. Опять. Весь груз целый. Да? Подходи и бери. Упорный ты человек, Джеймс. И? Всю сумму на тех расходы нам перевели, все готово. Кроме моего лучшего парня. Я ему доверил бы это дело, а он слился. Нет, я даже не возьмусь. Скажи у этого источника. Есть разрешение? Нет, у него нет. Они никому не дают разрешения. Конечно. Но пойми, ведь это же нам только на руку. Нет разрешений, значит, нет конкурентов. Корабль наш. Без разрешений не полезу. Нейт, это же наша пенсия. Для нас обоих. Уж не знаю, как ты, а я не хочу ковыряться под водой до 60 лет. А ты? Не хочу в тюрьму. Нет. Слушай, я не могу. И тебе не советую. Но ты возьми почитать. Ради меня, я а? Не передумаю. Тем более, чтобы не почитать. Правда? Привет, Карли и ребятишка. Передам. Я на тебя не давлю. Но ты подумай. Видно, серьезная работа. Круг поисков сужен.
Эх, было бы круто. Вот он ушлый. Нет, нет, нет. В этот раз без меня. Thank you.